Добрый день, уважаемые трейдеры-инвесторы. Сегодня 28 июля, пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Сегодня вещаю относительно поздно, потому что был на симпозиуме аналитических трейдеров, вот, и только что вернулся. Поэтому давайте посмотрим, что у нас произошло за последние почти сутки, и посмотрим, что можно поторговать после вчерашних новостей по евро. Поехали! Итак, перед вами самый что ни на есть настоящий MetaTrader 4, котировочки золота, которые, как я и обещал, сделали каку покупателям, которых затянуло в рынок последние пару недель, их сбросили с огоньком, и сейчас потихонечку котировки подрастают. И заметьте, друзья мои, на М15 очень четкий лонговый слом и грош цена продавцам, которые за него сейчас стоят. А впереди у нас стопики продавцов, которые сейчас в данный момент продают и стопятся за вчерашний день. То есть первая цель для лонгов — это вот этот экстремум текущего дня. Ну а вторая цель — это, конечно же, вот тест вот этой зоны, над которой может пройти коррекция. А может и нет. Но в любом случае потенциал довольно велик. И я не удивлюсь, что золотишко продолжит свой победоносный лонг туда-туда под два косарика. А это будет записано в учебниках по форексам как ложный пробой. Что касается евро-доллара, евро-доллар после вчерашних заявлений Кристин начинает подрастать, после обвала, естественно, все, естественно, кричат, что надо еврик шортить, все такое, ну, друзья мои, я, к сожалению, не все, я вижу просто сломы и все, и я вижу слом, который на данный момент тестируется, и если вы следуйте моим непутевым торговым фантазиям, то периодически можете от этих сломов даже зарабатывать деньги. А может быть и нет. По большому счету это все, что я вижу по этому инструменту. Есть слом, есть тест. Возможно, это очередной корректоз, и мы продолжим дальше расти в тузимун. Но с точки зрения охоты за стопами у нас сигналов нет. Доллар канадец, друзья мои, героически обновил все-таки вот эту волну А, за которую мы с вами охотились 15 тысяч раз. И самое... терпеливые трейдунята могли удержать эту позицию от нижнего слома. Невероятных 1156 пунктов можно было забрать за каких-то полгода с 20 июля. Вот. Но это произошло, инструмент, конечно, мутный. И на хаях после обновления этого экстрема доллар канадец сдулся. Сдулся в своей флетовой манере, и я не удивлюсь, что продолжится вот это движение вниз в рамках трендовой линии, которую я терпеть не могу. Так, что касается фунта, тоже красавчик, отлетает тоже в космос. Обратите внимание, что есть внизу такой же слом, как и по золоту, такой же слом, как и по евро. Ну, собственно, это логично, потому что, друзья мои, все, во всех этих инструментах есть одно общее, и это одно называется доллар. Переходим к доллар-иене. Обратите внимание, как доллар-иена бьется между двумя сломами, шортовый и лонговый, туда-сюда. И те, кто продавал от шортового, можете рассчитывать на продолжение движения вниз, я за слабость американских долларов. Самый негодяй на сегодняшний день — это австралиец к доллару. Почему? Потому что свой вот этот слом он прям жестко, я бы сказал, даже жестоко пробил. Вот. И я не удивлюсь, что возможен даже тест нижней зоны. Перед тем, как мы все-таки героически обновим вот эти хая и продолжится это движение либо с текущих, либо вот чуть ниже, вот сюда. Может тоже так произойти, друзья мои, поэтому приготовьтесь немножко потерпеть. Ну, я думаю, трейдунишкам не привыкать этим заниматься. Так, что касается доллар-франка, друзья мои, немножко не дотянул он до зеркала. Но тут нужно быть осторожным, движение очень сильное, вот, и может, можно даже было и подскинуться, потому что я говорил покупать не сразу с пробоя, а чуть ниже. Просто не за горами продолжение падения бакса, но здесь еще есть и франк. В принципе, может еще, конечно, оттестировать эту зону. Инструмент такой флетовый, колбасит его, мама не горюй, но шанс был выйти в плюсик сегодня. Неплохой, кстати. Канадец франк. И вот этот инструмент подсказывает, что франку еще падать. Друзья мои, я вот к этому инструменту прям отношусь...
с любопытством, потому что площадка очень мощная, здесь будет пробой знатный, поэтому не покупайте сразу. Напоминаю, что все кроссы, начиная с доллар-франка, который кроссом не является, прикол, можно, вернее, я рассматриваю исключительно в рамках сеточного метода торговли. Поэтому канадец франк, если будете набирать ниже минимума текущего года, шаг должен быть не менее 500. Лучше дождаться пробоя на пятихатку и дальше набирать уже каждые 500 пунктов. Канадец иена не дает нам пока хороших цен для набора шортов. Франк иена, обратите внимание, немножко упало. Однозначно это у нас проделки Банка Японии, потому что доллар иену штормит, франк иену штормит. Догадайтесь, что их объединяет? Правильно, иена. Соответственно, если иена у нас гуляет, она гуляет по всем инструментам. Соответственно, если вы набирали шорты, у вас уже должно подниматься настроение. Этот подъем настроения вы можете использовать двумя способами. Вы можете, конечно, закрыть позиции, если у вас они есть в плюс, да, вы скажете, этого мало, и правильно сделаете, потому что у нас первой фиксации прибыли, это котировочка 155, это вот здесь, но если вы подвляпались, и у вас не хватает денег на оплату коммунальных платежей, вы можете освободить эту сетку, если она в общем и целом будет давать плюс, просто наблюдайте за средней ценой в сетке, выставив, например, индикатор Profit Line, который бесплатно валяется на просторах интернетов. Аудикат, обратите внимание, валит, и если он так и будет безобразничать, то мы будем набирать его внизу, ниже минимума 22 года, друзья мои. Естественно, дружная сетка лимитных покупок шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Новозеландец канадец тоже падает, но его час будет немножко ниже. Новозеландец франк, обратите внимание, бьет третий подход, пробой будет, мама не горюй. Поэтому пристегните ремни, и если вы еще не вляпались во франк через другие инструменты, то здесь можете набирать его шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. Я напоминаю, инструмент падает давно и плотно, и надеюсь, что это франковское вакханалия скоро закончится. Так, австралиец, новозеландец пока бесится в своем флете, ждем, когда выйдет за границы, не трогаем. Жижа застыла в зоне, которая нам не интересна, нам интересна зона вот эта. В принципе, эту зону, ну такой древний слом, скажем так, она относительно неплохо поживала, тудым-сюдым, как говорится, да. Но реакции никакой нет, поэтому если хотите поиграть в шорты, то лучше немножко повыше, вот в районе 80, там, давайте обозначу, 81.70 примерно WTI, вот отсюда может неплохо развернуться. Жижа, Бетховен, чувствует себя плохо, однозначно шортовая тенденция, хая на понижение, лая на понижение, ничего пока здесь нового нет, сломов нет, не трогаем этот инструмент сейчас. Доллар-рубль. Очень тяжко рублю. Опять все выходит в бакс. Понятное дело, нашему правительству выгоден такой курс, друзья мои, чтобы покупать дешевую рабочую силу за дорогие доллары, конвертируемые в дешевые рубли. Обратите внимание по американской фонде. Вчерашние проделки по доллару у нас закрывались всем мощным падением. Но напоминаю, что укрепление доллара вчера, на мой сугубо некомпетентный взгляд, было локальным. И все это может продолжить эту зиму не дальше. Вот. Но то, что мне нравится, что NASDAQ все-таки вот этот слом чувствует. А сегодня пятница, сегодня закрывается неделя, друзья мои. У нас очередной уже 15-й по счету пин-бар. Так, в принципе, что? Индекс доллара сделал ложный пробой. Ну, собственно, как и евро-доллар сделал ложный пробой. Я так думаю, так как и золото сделал ложный пробой, и индекс доллара сделал ложный пробой. И, возможно, это все продолжение большого движения вниз в рамках 1, 2, 3, 4 и, возможно, уже пятой волны на понижение, которая будет прям ого-го. Так, что касается больших кроссов, еврокады. Пока не зашли в зону наших интересов, еврофранк валит, обратите внимание, если пробьет минимум 22 года, будем набирать дружную, естественно, сетку лимитных покупок. А евроауди, обратите внимание, бычит, и эту бычку можно, на этой бычке можно заработать, продав этот инструмент сеткой продаж выше 1.68, вот в этой магической синей зоне. Переключаемся к ответам на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. 17 комментариев, 655 просмотров, я никому не нужен, пишет только я.
взглядов. Читаем. В тренде, в итоге, как и ожидалось, золото пошло вниз, там на всех таймфреймах слом, восходящие тенденции уже давно, и на дневках, все это здорово, как вы в тренде на этом заработали денег, скажите мне, мой дорогой. Так, трешки-трешки, ядов, фрес, сопли, ну да, так и есть, так и есть. Ну, собственно, все вопросы про иену грамотно разъяснил, спасибо вам. Напоминаю, друзья мои, что под каждым видео с моим участием есть масса тайм-кодов, которые пишут для вас трудолюбивые инстафорексовские гномы. Давайте поставим им лайк под этим видео за их титанические труды. Есть почта, которую я не читаю, есть открытый телеграм-чат, где вы можете подключиться, общаться, предлагать свои торговые идеи и всякие веселые истории про форексы, вот, про индикаторы, про движение валют и товаров. Пишите прямо здесь, если вам нужно, здесь можете найти даже меня. Так, напоминаю, что с InstaForex у меня заключена уникальная партнерская программа, с помощью которой вы можете вообще, друзья мои, не платить свапы. Для этого достаточно открыть счет по моей партнерской ссылке и пополнить его от $500. От $1000 у вас будут ультраспреды, что невероятно круто для внутридневной торговли. Также вам будет доступен закрытый телеграм-чат, где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня. Добро пожаловать в мою партнерскую группу, друзья. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока!